Всем здравствуйте, это новости Турции. Для тех, кто открыл подобное видео впервые, я живу в Турции и перевожу из официальных источников информацию, новости на русский язык. Это мой личный блог без претензий на какую-то профессиональную журналистику. В инфобоксе под видео ссылка на телеграм-канал самых свежих новостей из Турции. Обязательно подписывайтесь, чтобы быть в курсе всего самого свежего здесь в стране. Давайте приступим. Сегодняшнее утро началось субботнее в 9:30 утра с очень тревожных новостей, потому что в Кахраман-Мараше произошло землетрясение магнитудой около 5 баллов, ну фактически 5 баллов, 4,9. Люди напугались, это было раннее утро, но уже по традиции многие покупают семиты, теплый хлеб к завтраку, магазины, пекарни, некий бизнес уже работает в это время, соответственно. Есть видео в сети, как люди не только из своих домов выбегали в панике, в страхе, покидали дома, но также из магазинов, пекарен, каких-либо кафе, заведений и так далее. Люди очень сильно напугались. Слава богу, на данный момент заявлений от МЧС о разрушении пострадавших пока что не было, надеюсь, их и не будет. Но землетрясения 5 баллов, толчки не такие слабые. Произошли они на глубине 9,6 километров, практически 10 километров. Это как раз то самое место, где и произошло землетрясение полтора года назад, в феврале, прямо в том же городе. Прошедшей же ночью в Хатае был замечен падение метеорита. Это запечатлили камеры видеонаблюдения красивым зеленым светом. О том, куда он упал, осколков каких-то не было, заявлений, что что-то нашли или что-то было повреждено. Подобные видео на Турции стали очень частыми. Последнее подобное явление у нас было в Стамбуле в июле месяце, просто поздним вечером, ночным, можно уже сказать, там типа в 12-11 вечера уже темно было, пролетал такой же астероид, падение его было зафиксировано над самым центром Стамбула. Самые свежие активные новости буквально вчерашнего дня, чем у нас тут кишат СМИ. Вчера набирал, скажем так, оборот, об этом обсуждали, абсолютно говорили все. Заявление делал также президент о гибели гражданки США и Турции. У девушки было 2 паспорта, она была гражданкой 2 стран. Ее звали Аиша Нур Эзги. Она скончалась вчера от ранения в голову. Девушка была активисткой, и ранение это она вчера получила после разгона израильскими силами демонстрации на западном берегу в городе Наблус. Это произошло. Согласно информации из официального палестинского агентства ВАФА, Эйги была доставлена в госбольницу, после чего ей делали, пытались врачи спасти ее жизнь. Несмотря на все усилия, директор потом государственной этой больницы заявил, что спасти девушку не удалось, она скончалась, он констатировал смерть. Сразу же МИД Турции, как только это стало публично доступной информацией, отреагировал и возложил ответственность за произошедшее, за инцидент на правительство Израиля. Также представительство США, Госдеп, они Миллер выступал. Он сначала говорил о том, что посольство собирает информацию по ЧП, никаких заявлений пока делать не будем. Мы в курсе о произошедшем, так как она тоже гражданка Америки. В общем, собирали информацию, и из Вашингтона уже, опять же, Миллер дал потом официальное заявление о том, что Мэтью Миллер сказал, что нам известно о трагической гибели сегодня на западном берегу американской гражданки по имени Аиша Нур Эйги. Выражаем свои соболезнования ее семье и близким. Также продолжаем информацию по поводу этого ЧП. У нас нет более высокого приоритета, чем безопасность американских граждан. То есть, условно, они будут также работать все те же самые меры по этой ситуации, как и произошло бы это с другими гражданами Америки. Президент Турции подтвердил, что он примет участие в саммите БРИКС, который будет проходить в России. Будет он проходить в городе Казань с 20 по 24 октября 2024 года. Также Турцию посещал президент Египта Ас-Сиси. Он впервые прибыл в Анкару с официальным визитом за все свое большое время правления. В аэропорту лично его встречал Эрдоган. 4 сентября состоялась вот эта встреча президентская. Была пресс-конференция в итоге. И по всем мероприятиям по итогам подписали 17 соглашений в различных направлениях, которые взаимодействие узаканивают, скажем так, Турции и Египта. Это касается промышленности,
промышленности, торговли, обороны, здравоохранения, окружающая среда, энергетика. Также самое важное, что ожидали, что же у нас будет по Палестине, какие будут их совместные действия. Турция заявила о том, что с Египтом они имеют общую позицию по палестинскому вопросу. Цитата Эрдогана такая, что мы занимаем общую позицию по палестинскому вопросу. Прекращение 11-месячного геноцида должно произойти, скорейшее установление прекращения огня и беспрепятственное поступление гуманитарной помощи жителям, которые там находятся. В свою очередь, Сиси ответил, что да, мы Египет, мы поддерживаем абсолютно действия, которые политические и дипломатические в плане Палестины ведет Анкара, мы поддерживаем Каир, короче говоря, полностью в вот этом слиянии, симбиозе, короче, мы на вашей стороне. Вот, если вкратце, что было результатом этой встречи. Но больше всего среди внутреннего населения в Турции произвел впечатление кортеж президента Египта Сиси в Анкаре, который сопровождал его, который выделил президент. Эрдоган также его провожал в самолет. То есть, ну, максимально все почести и отношения было высказано дипломатические. Людей возмущало большой кортеж, количество машин, количество денег государственных, налоговых, которые на это все убранство, скажем так, были затрачены, положены. Конечно же, критики будет всегда очень много, потому что ситуация экономическая в стране не самая лучшая, не самые лучшие времена. И, конечно же, была такая нарезка, вспомнили сразу интервью президента за парочку дней до приезда президента из Египта, как президент Турции говорил о том, что машин много, значит, живем богато, вот давайте экономить, а машин должно быть меньше и так далее. Но вот этот кортеж, поэтому в строчку так очень, скажем так, зашел вот этот кортеж огромный, который сопровождал президента Египта. Этот факт в социуме, здесь в обществе, в Твиттере много было комментариев, перепостов на эту тему. Это вызвало, конечно же, вопросики, обсуждения у людей. Буквально вчера самолет индийской авиакомпании принудительно совершил посадку, приземлился в городе Эрзурум. Потому что было сообщение о том, что на борту самолета заложена бомба. Об этом заявлял ТРТ, издание турецкое. Также еще они давали ссылку на губернатора города о том, что воздушное пространство Эрзурума было закрыто на какое-то время для полетов. Эвакуировали с самолета 247 человек, и специалисты обыскивали самолет, но угроза была ложной, бомбы никакой не нашли. Таким образом, 234 пассажира и 13 членов экипажа по сей день находятся в ожидании в городе Эрзуруме. Обычно как бы они не могут использовать тот же самый самолет. Рейс их был во Франкфурт, и сейчас они ждут самолета, который прибудет и дальше отвезет их по месту назначения. Ну, буквально на днях россиянин пытался провести в Турцию 20 тысяч медицинских пиявок. Да-да, вы не ослышались. Гражданин РФ, его задержали в аэропорту Стамбула уже по прилету, сканировали его чемодан. Не было необходимого сертификата для международной торговли, перевозки редких видов флоры и фауны, которые для въезда в Стамбул в Турцию требуются. Соответственно, Минсельхоз Турции арестовал этого гражданина России на 38,5 тысяч долларов, что практически даже больше 1 300 000 турецких лир. Немаленький такой штраф. И хочу напомнить о том, что очень в этом году усилились проверки на таможне турецкой в Стамбуле, в частности, буду говорить за Стамбул, чем пользуюсь. Напомню, что у нас новое правило, да, было введено про телефоны, айфоны в частности, их перевозили для перепродажи здесь в стране, для, может быть, нелегальной перепрошивки, такой тоже бизнес был. И, в общем, таможенники отслеживали, да, ввели правило о том, что въезжая в страну, неважно, турок ты или иностранец, ты можешь ввозить в упаковке под следой упакованный, не вскрытый, один, например, айфон. Если у тебя 2-3 коробочки не вскрытые, это уже считается как бы на продажу, и по правилам ты будешь возить только один. У тебя два могут конфисковать или наложить на тебя штраф. Но вообще по правилам его конфискуют сроком на 3 месяца, он будет храниться в специальном отделе, скажем так, в аэропорту конфискованных товаров. Если ты турист, ты можешь, уезжая из страны, забрать свой телефон, пожалуйста, у тебя его никто не отбирает, но типа, чтобы в стране, короче, не продавали. И были непонятки по этому закону, у меня спрашивали уточнения. Да, для закрытого следой, то есть если у тебя вскрытая коробка, вскрытый телефон, ты им пользуешься, он активированный,
то проблем, вопросов у тебя не будет. Здесь вопросы в коробочке закрыты, которые потом можно перепродать. К следующей теме плавно переходим. У нас тут недавно опубликовали на днях приблизительные цены, прайс на новые 16-е айфоны, которые вот-вот уже через несколько дней поступят у нас в продажу. Ну, как всегда, из-за налогов. В Турции практически, скорее всего, я считаю, что самый дорогой iPhone в мире. Рекордные цены. Таким образом, на 1 терабайт памяти 16 Pro iPhone будет стоить в районе 3000 долларов здесь, в стране, в Турции. Когда его в 2 раза, в 3 раза цена выше будет в Турции, чем в других странах во всем мире. Не мудрено, да, почему провозят и перепрошивают здесь iPhone, и MI это номер, который вот разблокировка, скажем так, вы оплачиваете здесь в стране налог, если привезли телефоны за границу, она еще тоже повышается, эта сумма. С января месяца опять будет повышение. В общем, короче, это эпопея с айфонами. Теперь это такой прям элемент роскоши, как, скажем так, дорогая люксовая машина, условно так, и дорогой последний именно iPhone. Но, тем не менее, скажу, что, наблюдая здесь в Стамбуле, люди лезут в кредиты, покупают эти айфоны, все равно ими пользуются, скажем так, с последних денег. Но продажи все равно есть, и это здесь техника востребована. К социальным СМИ, что здесь люди обсуждают, социум общества и комментируют, и сплетнями, что у нас полнится. Вчера заполонили все видео, где отпустили вчера трех фигурантов по делу семьи Палат, и видео были, где Дилан Палат плачет, целует своего супруга, радуется его освобождению. Немножко введу в курс дела. Тема очень старая, люди провели под заключением в районе 10-11 месяцев, их арестовали. Это блогеры, инфлюенсеры, которые уходили от оплаты налогов, и плюс еще про незаконные, скажем так, ставки онлайн на спорт. Вот этот фонд Бет и всякая такая история прочая. Ну, назовем такая про налоговую историю, как я ее называю, русская блиновская. Тот же уровень именно денег, финансов и так далее. Так вот, ребята за время вот этого следствия сменили трех их адвокаты очень сильно. Вчера была победа их адвокатов. Три судьи сменили. И вот третий судья вынес наконец-то приговор о освобождении их. Что сейчас происходит? Освобождение из-под стражи под подписку о невыезде, но судебный процесс продолжается, следствие это идет. Далее им восстанавливают их счета, не лишают их свободы и размораживают их имущество, которое было арестовано. Имущество, там огромные, скажем так, богатства, по мнению людей, да, жителей простых, там всякие ламборджини, дорогие машины, недвижимость и тому подобное. И вчера, конечно же, заполонили видео, вот общество разделилось на две части, кто искренне рад за людей, да, ну хотя бы их не будут содержать под следствием, они не будут в тюрьме, в СИЗО. А другие люди говорят о справедливости вообще в обществе. И эта история, на мой взгляд, что могу сказать со стороны, вскрыла социальные проблемы, естественно. О чем говорят люди? Что если у тебя есть деньги, ты богат, ты можешь уйти от наказания, от правосудия. И если ты можешь, потому что нанять дорогих, хороших адвокатов, которые найдут какие-то там лазейки в законе. А если ты беден и где-то неугоден, то тебя ничего не спасет. И в пику этому я сейчас скажу о том, что какое же судебное решение было в отношении девушки, если помните, которую задержали из-за интервью оскорбления президента и оскорбления вот это межнациональной, короче, розни в обществе. Ее зовут Касери Оглу, напомню. Суд вынес решение присудить ей 7,5 месяцев условного лишения. Она в тюрьме сидеть не будет, но 7,5 месяцев срок у нее есть в биографии теперь. И тем временем глава высшего совета по радиотелевидению Турции Эбубекин Шахин заявил о том, что на фоне ее вот этого дела интервью теперь будут вводиться правила для уличных интервью, которые публикуются на YouTube, говорящие там о всяком и мнении людей и новостях, будут требоваться специальные лицензии, сертификаты, которые позволяют этим типа микро-СМИ, скажем так, работать, делать вот эти соцопросы, где люди говорят о своем мнении, публиковать какие-то вот эти социальные новости на YouTube. Под вот этот, скажем так, шумок, под это дело пытаются ввести вот такую некую форму лицензии. Проще говоря, цензуру на самом деле. И будут решать, кому лицензию выдавать, кому давать право голоса в СМИ, кому ее не давать.
И вот эти два момента, вот этот приговор девушки, выпуск семейства Палат из-под ареста, тоже социально это очень обсуждается. Здесь вопросы справедливости, права, защищенности граждан, вопросы Конституции и так далее, всего этого в обществе думающем, конечно же, поднимаются. Как говорится, если у тебя есть денежки, то как бы ты можешь чего-то больше, да, или ты относишься к какой-то касте определенной социальной. Равенство, неравенство и так далее. Вот эти большие глобальные вопросы сейчас самая тема последних двух дней в турецком обществе, в СМИ, в Твиттере вы можете прочитать, в социальных сетях это понаблюдать. Вот такие новости были из Турции. Спасибо за ваше внимание. Напишите под видео комментарий. Это поможет, во-первых, продвижению канала, во-вторых, поделитесь вашим мнением по каким-то новостям, которые вы сегодня услышали. Что вы думаете по этому поводу? Будет очень интересно. Будет очень интересно посмотреть среди общества, зрителей, которые меня смотрят, ваше мнение по некоторым вопросам. Спасибо за ваше внимание. Ну, а мы с вами увидимся в следующем выпуске новостей. Скоро увидимся. Всем пока.